Мастер-класс на свежем воздухе. В пятницу вечером на набережной Уводи воспитанники цирковой студии провели открытое занятие. Не только посмотреть, но и присоединиться к тренировке будущих акробатов и воздушных гимнасток могли все желающие. И вот мы здесь такой показательный, что-то разминаемся, переворачиваемся. И мало ли, ну, в общем-то, бывает часто, когда детки подходят, начинают интересоваться. Дети, мамы подходят с детьми. И, в общем-то, для этого мы и впоследствии кто-то придет к нам, кто-то вообще подумает о том, что надо хоть чем-то ребенка занять. На занятия в цирковую студию принимают детей в возрасте от 6 до 18 лет. Хорошие физические данные желательны, но не обязательны. Важно не только желание, но и готовность много трудиться. Кристина Иванова мечтает связать свою будущую профессию с цирком и стать воздушной гимнасткой. Я сейчас занимаюсь на петлях, а занималась на кольце. И хочу дальше продолжать изучать всякие элементы. Мы учим перевороты, колеса, шпагаты надо растягивать, чтобы растяжка была лучше. Ну, подтягиваемся, чтобы сила была. В программе тренировок – акробатические элементы, жонглирование, гимнастика. Подобные открытые занятия при хорошей погоде будут проходить весь июнь по понедельникам, средам и пятницам с 4 до 5 часов вечера. Провести каникулы активно можно, было бы желание. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.